Добрый день, дорогие рыболовы! Можно наловить только крупных и трофейных карасей, изготовив одну насадку, на которую мелкий карась клевать не будет. Насадка, о которой идет речь, отлично отсекает молодняк и позволяет добиться улова невероятно крупных особей, размеры которых будут поражать даже самых бывалых рыболовов. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там выходит больше секретов про рыбалку. Также выходят новые видео с рыбалок и другие полезные видео. Все про рыбалку. Все ссылки в закрепленном комментарии под данным видео. Готовится суперуловистая насадка просто и является абсолютно незатратным средством. Для приготовления насадки я беру стакан овсянки, запариваю его кипятком, а через пару часов вношу в кашу половину чайной ложки гранулированного чеснока, щепотку сахара и несколько горошин крупного размера. Совокупность тонкого манящего запаха чеснока и сладость овсянки создает крайне привлекательное для рыбы лакомство. Ну, а горох поможет отсечь мелочь. Буквально за несколько часов вы добьетесь отменного улова карася, неимоверно крупного размера. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!